какой-то, ребята подъехали. Привет, ребята. Ну что, едем, да? Так, покатили, ребята. Ну все, нашу съемочную группу пригласили опять, ребята, с Аквастар. Довольные, как слоны. Это опять подводу, это опять красоты Красного моря. Нам повезло, можно сказать. Едем на базу, товарищи. Отдыхают, ребята. Саня, как дела? Передаю привет маме и папе. Молодец. В Россию. В Россию, да? В Россию. В город Екатеринбург. Екатеринбург. Мама, ты слышишь? Сын у тебя молодец. Сейчас дайвером работает. Отличный парень. Молодец. Спасибо, что родила такого рула. Барёк, это ты у нас? Кому привет? Киеву. Киеву, как всегда. А что за хлопцы? Кому привет лично? Все воскресенки. Воскресенки все? О, там у тебя братва вся, да? Ясненько. Ну ты тоже, между прочим, более лучший дайвер сейчас на Израиле готовит это название. Лучший дайвер Элата сейчас. Я думаю, еще месяца 2-3 он будет лучшим дайвером Элата. Гордитесь своим другом, друзья. Молодец, парень, так держать. Отдыхают ребята, сейчас греются, по полдня в воде не вылазят, правильно, погреют маленько. А вот и первые туристы, товарищи. Наши красавицы русские. Сразу видно сдалека. Сейчас, ребята, все сделают. Все, как всегда, начали работу. Турист пошел. Вот девчата решили под водой походить. Бесстрашные вы наши.
Вот пассажиры наши красавицы решили понырять. Сейчас ребята им сделают очень хорошо. Утро доброе, дайвер Саша. Готов к работе? Каждый день. Поехали. Что это, жеребцы задышали тяжело? Спокойно, ладно, спокойно. Что значит молодые жеребцы, как увидят, так сразу и аж, ох, молодость. Ну все, товарищи, счастливого плавания вам. Если что, кричите и громче. Так выпьем же, товарищи, за тех, кто у моря. Счастливого плавания вам. Съемка идет в секретном объекте, девушка, так что не забывайте. Не забывайте, секретный объект. Ну все, Виталий, шеф, сейчас бросил здесь уже якорь надолго. Сейчас помимо работы ведется обустройство базы своей. Что я смотрю, поставили решетки, молодцы ребята. Работы много, но все еще впереди. Вот, сейчас лифчики прошли по каякам, сейчас прошлись по морю с прозрачным дном. Довольны, девчата.
ребята сейчас поныряли, перекур. Слива, говоришь, это хорошо. Вот Боря отдыхает, греется. Сейчас 5 погружений уже было. Не вылазит с воды. Согреться надо, ребята. Чайка попейте, пацаны. Чайка погрейтесь, манень. Мешать не будем, идет разбор полетов. После каждого погружения идет разбор полетов, какие ошибки у ребят. Шеф замечания делает, так что все нормально идет. А вот братан, гость из Иерусалима приехал. Все нормально, парень? Молодец. Удачи тебе. Удачи в жизни во всем. Все, пацаны, после тяжкого труда, уже, наверное, часов 5 под водой побыли с туристами. Сейчас немножко отдыхают, я смотрю, минут 20 у них есть в запасе. Сейчас подсохнут, согреются, кофе пьют, молодцы. И опять под воду. И так каждый день. Каяки с прозрачным дном. Туристы с удовольствием наслаждаются подводным миром через прозрачное дно. Счастливого плавания, товарищи! Посмотреть подводный мир Красного моря. Ну вот и женщина в одиночном плавании пошла с прозрачным дном. Сейчас семья соединится. Далеко не заплывать, товарищи. А, это не вся, да. Ну, удачи. Ясненько. Уже воскресный день. Начинается праздник в Израиле. Новый год. Мое день рождения совпало. Так что мы сегодня немножко, как говорят по-русски, по 5 капель. День прекрасный. Шеф готовится к погружениям. Все идет по плану, товарищи. Холодильник забили. Забить есть чем. Все
все нормально. Идет тщательная подготовка масок. Все работает как часы у шефа. Виталик молодец. Бизнес приносит пользу людям, наслаждение. Так что каяки с прозрачным дном, мотоциклы подводные, все здесь есть, товарищи. Приезжаем и наслаждаемся жизнью подводным Красного моря. Аквастар, товарищи, чтоб не забывали, лучшая фирма в Израиле по подводному туризму. Так что приезжаем и сразу ищем Аквастар и все сюда, товарищи. От ребенка до самого старого пожилого человека у любого есть возможность опуститься на подводном мотоцикле под воду и на большой глубине посмотреть все прелести Красного моря. Дельфины, черепахи, скаты, красивейшие рыбы, все можно увидеть здесь, даже не имея решайона на подводное погружение в акваланга. Все сюда, товарищи. Очередные туристы, Боря производит консультацию. Вот ребята наши тоже соотечественники, очень приятно. Сейчас учит малого, как вести себя под водой. Мама переживает сильно за сыном. Ничего, все будет окей. Все будет. А ну посмотри сюда. Ребята, нормалек, порядок, все будет хорошо. Все, ребята, удачи, встретимся под водой. А это батя тут, малой дочка, тут весь комплект, полная семья приехала. Молодцы, ребята, правильный выбор сделали. Ой, Тимой, боже мой, какие мы холёсие. Тоже водичку хочет? Ну, какие мы серьезные. Все, мама. Сейчас мама уходит под воду. Все, ребята, встречаемся под водой. Пошли на погружение. Так, ребята, своих опускаете, чтоб порядок был. Боря за старшего. Аккуратненько, как в детском саде проведешь их. Жура, глубоко не заплывай. Турист маленький у тебя. Вот Боря, один из лучших дайверов Израиля. Опустит, так что ребята здесь на ура. Спокойно, товарищи, спокойненько. Все, туристы готовы. И сейчас фантастический мир будет у их ног. Так, сын ушел под лодку. Все, шеф, докладываем. Турист опустился под воду. Все в норме. Можешь спать спокойно.
ребята отдыхают. Сейчас было 3 погружения, перебор 5 минут и опять под воду. Саш, как там, все нормально? Бассейнер, ну молодец. Сегодня людей очень много, так что ребята чуть отдохнули и опять под воду. Видимость отлично. Ну ничего, если что, поныряем вместе. Вся съемочная группа с вами будет рядом, посмотрим, все будет интересно. Туристы один за одним. Сегодня напряженный день. Очень много туристов. Ребята работают. Да, ребятам сегодня один за одним турист. Все, ребята, удачи, хорошо отдохнуть. Спасибо. Пока. И до встречи в Ютубе. Идет консультация туристов, как работать с аппаратом, какие сигналы. Идет очередная 5-минутка, Саня проводит инструктаж. Сыпа. Это наше хозяйство здесь. В деревне курочки, а у нас рыбки. Сыпа. Вот. Новые и новые туристы подходят, все хотят под воду, это хорошо. Очередные туристы, вот смотрю, наши красавицы здесь прибыли. Молодцы, все под воду, товарищи, под воду. Боря, чего скучаем? Воду захотелось, и так полдня уже сидишь там. Все нормально? Турист пришел. 2 минуты и под воду, товарищи. Вас ждут. Так, дайверы отдыхают. Шеф дал им 3 минуты и опять под воду. Сегодня туристов отбоя нет. Хотя воскресенье, да, не забываем, товарищ. Это день отдыха, а сегодня как наоборот. Товарищи, далеко не заплывайте, не увлекайтесь.
консультация туристам. Турист проконсультирован, и ребята идут под воду. Все, вперед, товарищи, все под воду. Прекрасный мир подводного мира. Красное море, товарищи, Эллад. Шеф запарился, решил окунуться в прохладные воды. Точно мертвое море, лежишь, загораешь. Оно не тонет, все мы не тонем. Это ж много соленая очень водичка. Да, китовая, которая планктоны только есть. Это Аквастар, товарищи. Приезжаем, приходим и наслаждаемся подводным миром. Вот и еще один день закончился в Аквастаре. Сегодня ребята попотели на славу. Наверное, человек 20 туристов обслужили. Сейчас все на базе готовится выходная. Аппараты готовы к завтрашнему дню. И так каждый день. Итак, товарищи, видеорепортаж мы вели с Аквастар. Всем удачи, здоровья и до новых встреч. А вам, ребята, спасибо за туристов. Не, ну, это понятно, что тебе. Вот и сам шеф пожаловал. Это благодаря ему здесь все имеется. Турист отдыхает под водой. Понятно, что благодаря этому человеку. И чем дальше, все будет интереснее, еще будут новые аттракционы. Так что приезжаем, товарищи, отдыхаем. Эллад, welcome to Эллад, Бэвакаса. Ну вот и все, после тяжелого трудового дня ребята с Аквастар отдыхают, ужинают. Как раз наступил Новый год израильский. Отмечают. Ага, вот, ребята, все, повеселели маленько, все хорошо. Шана тува, товарищи. Мы, спасибо, ребята. Аквастар, товарищи, отдыхает, все к нам. Аквастар единственный в Израиле. Как умеют работать, так и хорошо отдыхают. По 150, товарищи, за тех, кто в море. Шана тува, товарищи. Ага, я не помню, что там,
Серпа. Не мешаем, ребята разливают, отмечают мое день рождения, Новый год. Кольтов, Бакур, Кольтов. Кольтов, Кольтов, говорим, Кольтов, Аким. Бор, бори. Хорошо идет. Шанатова, говорим, Шанатова. Это каяки с прозрачным дном, что я говорил. Сейчас вот ребята взяли и погнали. 150 шекелей в час, товарищи. Приезжаем, катаемся, кто боится под воду выходить. Вот Боря долго терпел. Все нормально сейчас. Ну вот еще очередной день закончился у ребят. Сейчас аппараты сюда на базу. Туристов сегодня много, поустали пацаны. Сейчас отдохнут и по домам. Все, всем пока, удачи, здоровья и до новых встреч.